Давай, я сразу уже на запись нажал, чтобы тебе легче было найти. Бери себе какие-то ориентиры, вот два тополя, две вершины тополя, над ними Юпитер, да? О, я вижу, это же тополя. Видишь, там Юпитер над тополей. Это вот. Подсказки. На экране видишь Юпитер? Да, вижу. Это подсказки на тестах, типа, видишь, над этой тополей... Одной из этих тополей есть Юпитер, который размером с атом. Одной из. Где-то среди этих звезд, которых больше миллиарда, есть Юпитер. Попробуй угадать. Ну, сейчас будут спутники. Сейчас уже будут видны спутники. О! Это Юпитер. Вау. Да, 640 миллионов километров до него. Вау, это же небо. 640 миллионов. Это я не помню. Это... Сейчас я резкость наведу. Будильник. А, видишь спутники? Да, вижу. Это на Европу. Раз, но... Ганимед. А ты откуда знаешь? Европа, Ил, Ганимед, Каллисто. Даже чуть-чуть полоса видно. Вот это вот Европа слева от Юпитера, видишь? Да. Ил, Ганимед. Вот это рядом с Юпитером справа, это Ио. Ио. А, это он летит? Он движется, ну, Земля вращается, и поэтому оно смещается по кадру. Просто, когда оно далеко от нас, это не видно. Вау, мне же обязательно в жизни пригодится. Вот ну, это вот. Ну, раз, где-то два, и где-то три. А где-то мы Он еле-еле видно, мутно так. Видно. Вон, раз, два, а вон три. И там где-то вот четыре. Вау, прям обозначение просто прекрасное. Там где-то раз, там где-то два. Каллисто, потом идет Ганимед, потом Ио, и слева. Что если палец поставить под 125 крат? Ничего, просто не будет видно ничего в объективе. Вот и все. 125 кратких и. Сейчас наведу в окуляр посмотреть, будет интереснее, порезче. Подожди. Подожди, даже довести. Ничего кроме неба не видно. Я просто не могу. Иди сюда, сынуль. Иди смотри, он недолго будет в кадре. Смотри, Жорка. Вот сюда, в окуляр смотри. Только кепку сними, сейчас зацепишь объектив. Вау. Вау, это что, планета? Посмотри ты, Даня. Знакомьтесь, это Даня. Полосы видно, нет? Или не очень? Да так, не очень. Сейчас надо другой режим поставить. Полосы на Юпитере. Любишь. О, я вижу Юпитер. Вон он, прям где-то в небе. Я вижу, как сверкает. Да, ну полосы еле-еле видно. Так. Ладно, а где Сатурн? Надо же Сатурн найти. На морском великом дне. Располагаюсь я.
южнее Сатурна. Ладно, подождем. О, смотри, смотри. Так, а сегодня у нас что? Сегодня у нас 17 августа 2020 год, Харьков, 20.09 по Киеву. Где Сатурн? Вы его испугали своим топором. В небе. Подсказки выиграл. Где находится Сатурн? В космосе. А, все, я его поймал. Я вижу Юпитер. Не, его так в глазок только можно увидеть, в окуляр пока. Сейчас я наведусь, покажу вам. Сатурн — это третья планета после Земли. Земля — это третья планета от Солнца. Сына, что ты мелешь? Это Сатурн — это Солнце. Идите, смотрите. Ого! Вау, это мое... Это колечко из этих зубби. Типа это колечко на моем пальце, знаешь, бублик на моем. Ну смотри в окуляр, лучше видно в окуляр, только не домкаемся. Вау. До него 1 миллиард 360 миллионов километров. Это расстояние до туалета в 3 часа ночи. Движется быстро. Либо расстояние до школы. Плюс 20. Ну это вращение планеты Земля, а не движение Сатурна. Сатурн вообще не двигается. Сатурн — это Солнце. Сатурн — это Сатурн, брат. А по-моему, это мексиканец Самбрано. Да, кстати. А какие у нас будут? Так, все, сейчас я буду делать еще одну запись, но уже для выкладывания на YouTube, так что прекращайте свои глупые шутки про туалеты. Вот так это. Давай, пан, сломай. Давай, Вась. Давай. Это странно. Да, я уже привык.